анализа. Наверное, мы сделали неправильно. Алексей, извини, пожалуйста, что отдали много билетов в музыкальные школы. Вот. Но тем не менее, я совершенно уверена, то, что вы сегодня в этом доме, то, что вы пришли в Цидри, вы получите огромное удовольствие. Сегодня впервые к нам приехали гости, творцы из Китая. Между прочим, давно не были на сценах Москвы гости из Китая. Сегодня они у нас в гостях. Я не буду подробно говорить, чтобы оставить вообще время и место рассказать президенту русского дома в Макао Алексею Якимову. Могу только сказать, Алексей Якимов, человек, который в этом доме, я-то считаю, творчески родился. Потому что много лет тому назад, он сейчас хочет сам это... Короче говоря, я хочу пожелать вам удовольствия от сегодняшнего вечера. Совершенно уверена, что это будет здорово, потому что действительно уникальный случай. И уникальные сегодня исполнители у нас в гостях. Пожалуйста, выходите. Я на самом деле хочу вам сказать, это моя творческая мама. Причем, на самом деле, в этом году ровно 30 лет, как Ирина Георгиевна привела меня в этот дом. Причем, только это было в том старом здании. Ровно 1984 год. Я учился, я был студентом. Да, я начинающий был, юный артист. Ирина Георгиевна собирала программу, формировала от Цидри на Северный флот. И вот это была первая наша поездка, когда мы познакомились. И до сих пор наша дружба продолжается в этом доме. Несмотря на то, что он уехал так далеко, он понимает, как важно, чтобы люди, приехавшие из Китая, выступили на этой прославленной сцене. Я специально, я просто горжусь и волнуюсь, потому что вот я хотел, сейчас выйдут артисты, я обязательно их представлю, но я хотел, чтобы у нее творческий путь начинался именно на этой сцене. Она благословенная и добрая. Дорогие друзья, на самом деле сегодня приехали уникальные две жемчужины из Китая. Это из той талантливой россыпи талантов китайских. Но эти две девушки уникальные. Зовут одну Ника, это Дэн Пейтунг по-китайски, но больше она известна как Ника в Китае. Это девочка от рождения. Ну, вы, наверное, там в пригласительном, у кого есть, прочитали. От рождения девочка слепая. И, ну, это безумно. И, вы знаете, я привык сам удивлять всегда, потому что я по профессии иллюзионист. Но когда я увидел ее, когда я услышал, как она играет, ну, я просто был удивлен сам и до сих пор не могу поверить в это. Это раз. И с ней ее сопровождает ее музыкальная мама, которая в 6 лет встретила этого маленького ребенка, эту девочку, и увидела способности, разглядела эти способности в этой маленькой девочке. И вот с 6 лет она занимается с ней. И я хочу представить Дэн Пейтунг, Ника и Рэмбоу. Рэмбоу — это в переводе радуга с английского. Сегодня в гостях в Цидри. Пожалуйста, встречайте. Играла еще. Она играла три песни. Ну, сегодня вы услышите все.